Шойтыш вуевяс повжедлены юркарса гырды затоны наулыщасы, сная ветлены уличасы декораны йозлыш, чес мошанториас, мина муч йорт, видлыс коршны чебаяслыш, кужайн ясыс. Кирка юрпыде вув ершанын, пымыс яс повтыргетлены улич кужа, машина эскосты наулыщас быд лу наджилны тачым шерпас. Они должны быть в загоне, как бы это, под присмотром. Потому что всякое может быть. На лос почтадисе гуляйтне, а кагаке орчен мунас, сиес вывья сталя в навермасне. А ныш так и ветлене вывьяс, будлан чукарьяс, колене азбуршас. Да дугдывте кодишене лып чукартан бакясен. Пон я стать со сразу на йоксе. Меню корыгаджев. А со Валентина Пархоменко суфтес вывьяздор. Йозеспе аж не смужай сын, мы пемас яшуйте на уличесед. Они подходят, они же доверяют людям. Они подходят близко. Юздоры не аматышчены медвердасны, а улучшас ашны спрщетыны нянь дачу скыттор. Сои воины вовяс дугдывтек. А сотаны уланы вовяс неуджит юр, катки жлабочам вефт. Почасыс абу тупкама, кыжайны сменка чорнитны эскусье, а со мамыс вишталыс мы писы чучень радите пеймыс ясыс, но виджинаяс ос правила ощерти. Улучшас нек вынышнен нурашлыс на Ростехнадзор управления. В результате проведенных мероприятий установлено. Туялым петкадлы скужаин торкала ветеринарны правила, свечугоз вычлы прививка эс. Наталья Денисова, Чуч, Виджа Вуясес, Шуа, Кучичная ветеринарная кромяса с Бульщукыд. Ситуация очень двоякая. Я, как конник, не могу остаться равнодушной. Черпасы собой коть медерт абу сыглас, куди мужичья виджи вывьяса. Меним жаль на эс, но и ёс летаюш абу ним коть. Выв вермас кокня дойдне буденес. Талун проверкаясь на ладемыс, странан дугадема, та джекан модорья бизнес кутышесыс. Тавыс на его видющес орда некодо звермо воне торья чектымтек. С юридической точки зрения очень сложно изъять лошадь даже у самого нерадивого хозяина. Юридическая юалам бокшань вэв та эмбур мырдинесес оспоч. Колону одне уджит уж медым подулавны мышсы, та эс абу кокневычны. Почалокса администрация, анчеч мы впали на кыджи кысканы кывку тема мужа ЧС. Йорд пырсылыш став стройбасы шуэснынин аскосем чертивычаман. Но ражны не өте жир мужа чай оскысхи.